Всем привет, мы сегодня в Берхино. Народ уже накачивается, собирается. И сегодня мы будем вон там на перекате. А конкретно вот здесь. Никуда не поплывем, будем только здесь резвиться. Алексей взял на себя функцию по очистке струи от рыбы. Вот, что, почистил нам речку от рыбы? Да, никто кусаться не будет, ребятки. Все, отлично. Мы теперь вообще со спокойной душой просто тут с головой можно макаться. Голову никто не откусит. Тем более она в шлеме у нас будет. Такие вот прикольные вальчики стоят. Струя почти ровная. И вот там такое хорошее месиво. Воды, правда, маловато по сравнению с недельной давностью, но все равно отработать навыки на бурной воде, порезвиться вполне достаточно. Так что мы полны силы, решимости и настроя. Я сегодня опять халявлю. Ребята уже облачились в шлемы, в защиту. Будут кататься сразу на перекате в Ильясово. Серега их сейчас проинструктирует. Но воды сегодня не так много. Перекат такой лайтовый. Там вот единственная проблема, наверное, будет. На мель можно будет сесть перед тем островом. А так вообще все отлично. Так я ребятам завидую. Так тоже хочется покататься. Но еще себя по берегу повосстанавливаюсь. Сразу мастер-класс на байдарке на надувной. Пошли, ребята. Вот они сейчас, ровно язык закрыт, вот это правильно. У Сереги первый проход по перекату, он показывает на коленках, как его нужно проходить, как контролировать, по какой траектории. Там на выходе Серега прочистил руку сейчас и вытаскивал камни. Где стоят большие камни, поставил метки. Там будет там стоять парковать. Перекат очень красивый. Вода так шумит. Сигнальные у нас стоят. Серега у острова, Коля на втором сливе. И первый Макс пошел, но он уже катался, по-моему. Макса все отлично. Дубок, еще. Греби вперед! Блин, ладно, нормально. Фигурное катание фактически. Зашел неправильно, вот не по центру зашел, прям видишь, и как развернуло сразу. Поэтому надо заходить прям в этот, в язычок, не бояться. Сильнее на меня, прям на язык целься. У нас первая девушка пошла, Катя. Молодец. Классно на язычок.
Сергей пошел, я думаю, что в следующий раз он вообще стоя пойдет через перекат. Так, у Макса уже второй заход. Садись ниже. Все отлично, молодец. Гряди, гряди, вперед, вперед, вперед. В общем, туда мы сплавляемся, обходим остров. И ребята вон по вносу переходят. Прям в язычок целься! Опять фигурное катание. Балет на сапе. Не держи, плыви на ней! Тут как-то странно вставляются болгарки. Оказывается, нормально. Уже второй так байдарочник проплывает. Кстати, как классно получилось пройти сейчас. Все, стой, стой. Сильнее, 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 сильнее. Еще, еще, еще. Молодец. Максу уже скучно кататься просто по перекату. Сейчас будет учиться сходить со строи. Сошел. Потому что вот самое интересное кататься на двух вот этих сливах, на трех сливах, а туда уже там по мелкоте и далеко обносить, а здесь вот прям сразу можно выйти. Сильнее, грибок еще. Молодец.
Как говорится, третий пошел. Вперед, вперед, грибки, вперед! Ты так умеешь камни проходить? Нет, я вот учусь. Серёга сделал инсталляцию из доски красивую и сам катается. Там струю, перешел струю. Народ продолжает кататься. Качество ракета. Сейчас у Сереги крутой трюк получился, но я не успел заснять. Он так круто развернулся. На струе. Прикольно. Первый, кто искупался. До этого никто не купался. И вон времени хватило, чтобы выйти тут. О, встал. Почти встал. Сейчас Серега покажет внутреннее устройство весла. Грибу на волнишке, да, и на весло там дичайшие усилия приходится. Я такое весло какое-то жидкое, прям мягкое, прям некомфортно, неудобно. У меня, короче, ручка провернулась. Вот видно, сколько на ней клея. И вот видно, сколько клея было в весле. Да, ну это какой-то, блин, ну термоклей, скорее всего, но там хрупкий. Вообще не знаю, что за клей, даже не буду предполагать, но не важно.
лечится элементарно, зачищается, удаляется все вот это вот старое, обезжиривается. И, ну, кто на эпоксипол сажает, кто, я лично на эпоксидку. Вот, просто она у меня есть, эпоксипол покупать надо. И держится очень-очень надежно и долго, годами служит. Единственное, желательно и там немножко так, ну, поцарапать. И здесь такие микрорисочки, чтобы смоле было за что цепляться. Вот. Так что ничего страшного, все это чинится элементарно.
Вышел, смотри, вышел. Вау! Ну не шмагала.
Никому сегодня не удается преодолеть этот вал и выйти из порога. Держись, держись!